запугивание нас, это отражается на детях однозначно, а дистанционное обучение, оно ни к чему хорошему не приведет. Ни наших детей, ни нас. Потому что за ними будущее, а какое? Знания потеряны. Как дальше будет, я не знаю. Я считаю, что это... Надо найти того, кто это делает. Чтобы на онлайн-занятия были все, чтобы не рисковать этим всем. Потому что рискуют дети тоже. Это каждый день происходит. Это на той неделе было, на этой неделе опять. Половина школы минирует, половина не минирует. Но я думаю, что надо сидеть дома, на онлайн заниматься. Нет, чтобы ходили, только чтобы порядок был, чтобы они ходили, чтобы они учиться ходили, они бродили. В школу и назад, так скажем. Потому что сидеть дома тоже какое развитие у ребенка. С утра до вечера без воздуха. Кто-то играется просто. Навряд, что там происки России, не знаю. Вряд ли, наверное. Просто надо поймать такого шалуна. Кто хочет учиться, ребенок, он будет учиться. А кто не хочет, вы его в школу тяните, а его не заставите. А так что есть смысл. Да. С этой пандемией. Я считаю, что можно быть социологом. Это что же не решение вопроса, что они пришли утром, потом бегут, тоже занятий нет, и дети, во-первых, пугаются. Пусть бы уже сделали до решения какого-то вопроса, чтобы учились дистанционно, конечно. Из-за этих минирований на прошлой неделе... Меня идея дистанционного обучения не очень устраивает на самом деле. Но я понятия не имею, откуда эти минирования берутся. Лично меня это не интересует, я просто хочу нормально выучиться. Потому что обучение в школе намного более эффективно, чем дистанционно. Ходити до школи, тільки до школи. Щоб діти спілкувалися між собою і вчилися вчителями у школі. Дистанційна форма навчання, мабуть, користі не принесе, тому що ми на дистанційну форму навчання переходимо під час хвороби на коронавірус. Два роки ми вже перебуваємо практично в дистанційній формі навчання. Це не секрет, що якість навчання досить таки невисока при дистанційній формі навчання. Отже, злагоджена робота поліції, школи, батьківського колективу, заспокоювати дітей, налаштовувати лише на позитиві. Я впевнена, що все буде добре.